песни все-таки слушать. А слышно, нет? А, мужчины там, недалеко от палатки, нас слышно? Ну вам-то, конечно, все нормально. Все, болельщики уже постепенно собираются. Ну, скоро добил старт, скоро добил официальное открытие. Это заново, наверное, событие в нашем городе. Действительно, много лет. Сегодня мы поговорим о нашем группе, который будет разыгран. Сегодня мы поговорим о мотокроссе, на льду, который мы найдем в Сибири. Все будут новые виды спорта. Один на мотоцикле, другой на коньках. А главное — это флаг.